что-то внизу. Причалим здесь.
неплохо. Несложно. Ah!
враги убиты. Неужели вы с братом не можете помириться? Наверняка все можно исправить. Вы же семья. Вот только не надо меня лечить. Уж я-то знаю, что значит семья. То, что мы делали, наше оружие, было легендарным. Его знали во всех 9 мирах столько лет, что я и сосчитать не могу. Разве можно такое перечеркнуть из одной паршивой? Паршивой чего? Да ничего. Слушай, тебе случайно никуда не надо? Ну, к делу. Чего тебе, парень? Сынок? Тоже броня. А так сложнее попасть. Чего вам еще? Так, и вот еще.
сын. Слушаюсь. Новая метка. Это я и без тебя знаю. Рассказывай. Поможем ему? Дракон опасен. Наверное. Но ему так грустно. Ты стал лучше. Были три руны. Найдем две другие и освободим. Это не наше дело. Понимаю, но мама бы этого хотела, ведь это правильно. Ты снова думаешь сердцем, сын. И твои враги обязательно этим воспользуются. Понял. Вперед!
Если дракон нападет, нам придется его убить. Ну, готов. Посмотрим. Не позавидуешь. Пойдем.
сын. Слушаюсь. Интересно. Трей, ко мне! Я иду, иду! Сказано. Друа, это значит верить во что-то или в кого-то. Они верили в своего короля, хотя из-за него погибло столько народу? Это приказ верить в него.
несмотря на ошибки. Разобрались. Смотри, тут еще. Это Скади. Она нравилась маме. Великая охотница. Точно. Покровительница охоты. Это ее отец и звери, на которых он охотился. Он ее обучил. И последняя часть. Снова ее отец. Они оба в снегу. Там они и остались. Грустная история. Наверное, раньше смотрелось здорово. Драконы быть благодарными. Ешь нас. Сын, приготовься. Пожалуйста. Ugh!
За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Иди сюда. Ладно. Король гном заставлял подданных охотиться на драконов и других чудовищ? Ну и ну. Отец, тебе надо это увидеть. Похоже, нужно нажать на тот рычаг. Он нападет. Я знаю. Нельзя держать живое существо в клетке. Снова думаешь сердцем. Ты не слышишь их мысли. Я слышу. А ты не слушай. И... приготовься. Ладно. Впереди, брат! Твои навыки стали лучше. Ты хорошо сражался, Атрей. Спасибо, отец.
Наконец-то свежий воздух. Ты набираешься опыта. С людьми, которые тут жили. Подумай головой, сын. Да, да, подумать, сейчас. Так, тут правил злой король гном. Он заставлял людей охотиться на чудовищ. Люди сажали их в клетки, а потом я не знаю. Значит, чего-то не достает. Вернемся в замок? Нет, там больше ничего для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Вдруг узнаешь еще что-то о короле гноме. Можешь рассказать о великанше с луком? Это была Скади, покровительница охоты. Ее отца звали Тьяци. Он умел принимать обличие любых животных и обучил Скади охоте на них. Из ребер животных она сделала себе вторую пару стоп, чтобы скользить по снегу и нагонять любую добычу. В охоте ей не было равных даже среди богов. Сам Один хотел взять ее в жены, чтобы она подарила ему сильных сыновей. Но Скади его отвергла. Оскорбленный Один поклялся отомстить. Пошли слухи, будто асам стал досаждать орел, похищающий драгоценные золотые яблоки Идун. Самые искусные лучники-боги не могли его убить. Один знал, что Скади обязательно захочет доказать свое превосходство. И она начала охоту. Скади выследила орла там, куда могла добраться только она на своих лыжах, и пустила стрелу. Отправившись за добычей, вместо орла она нашла своего отца, несчастного Тьяци, убитого собственной дочерью.
Ею овладели отчаяние и стыд. Ведь нет ничего более противного природе, чем убийство родителя. Скади покорилась судьбе. Одеяло вечной зимы накрыло ее вместе с отцом в прощальном объятии длиною в вечность. Печально. Да, боюсь, все истории про великанов плохо заканчиваются.